Высшее испытание города грез второй недели. Очередная новая лазейка между мирами, по которой нас ведет Толланд. Давайте разберемся, что к чему. Привет, Страж, ты на канале Triple Vibe, и я, Джонни Лейни, сейчас расскажу, как выполнить новое испытание за мощную награду, которая поможет тебе поднять уровень силы. Берем контракт у Петры. На краю пропасти продолжает расти сад. Это такая подсказка, где искать портал от Толланда. Но на сегодня я твой Толланд, и вот тебе местонахождение портала. Напоминаю, что для того, чтобы его можно было увидеть, нужно выпить королевскую настойку. Прыгаем в портал и ищем иконки реликов. Всего их три. Задача – донести все три релика к центру локации и вбросить в специальный очаг. Лучше всего, конечно, делать это в команде, поскольку мобы слишком мощные, примерно 540 уровня силы, а боссы так и вовсе будут убивать вас за один удар. Облегчить прохождение вам может лужа в центре. В ней ваши способности, супер, гранаты и все такое будут откапливаться моментально. Но даже с таким бафом проблемы могут возникнуть. Например, если умрут все игроки внутри портала, вас выбросит наружу, и испытание нужно будет начать сначала. У нас этого избежать помогло дерево, растущее рядом с центром. Пускай там всегда сидит кто-то из команды. Мобы туда почти не добираются, так что пока остальная группа дамажит по боссам, третий участник стреляет с веток и находится в безопасности. Из подклассов крайне полезным оказался ночной охотник, как вы видите на геймплее. Ну а другое недельное задание на снаряжение выше по уровню – контракт на розыск от паука. На этой неделе оно отправит нас на Меркурий, в затерянном секторе которого мы должны убить воспламенителя Валуса. Он, так же как и Тесак, на прошлой неделе сидит в специальном защитном куполе. Но в этот раз он не дебафает нам снаряжение, а работает как на публичном мероприятии с кабалами и их установкой. Когда вы заходите в поле, вас печет и отнимает здоровье. Избежать этого можно, убивая мобов и подбирая специальный баф. А можно просто залетать к боссу на короткий промежуток времени, сливать все мощные боезапасы и ульту с гранатами, а затем выпрыгивать обратно. Ну и поскольку задание тоже довольно сложное, лучше заручиться поддержкой напарников. Вот и все. Убили боссов, получили награду. Получили награду, поставили лайк и подписались на канал. Ну и услышимся в следующем видео. Пока!